В истории мирового бокса немало представителей игрового стиля. Советский бокс может гордиться такими талантливыми спортсменами, как Геннадий Шатков, Владимир Сафронов, Владимир Янгибарян, Виктор Быстров и другие. И среди чемпионов Олимпийских игр есть представители игровой манеры боя. На Монреальской Олимпиаде 1976 года 6 золотых медалей были завоеваны боксерами-игровиками. Среди них такие выдающиеся спортсмены, как кубинец Стивенсон, негритянские боксеры Соединенных Штатов Америки Дэвис и Леонард. Дэвис на Олимпийских играх в Монреале был удостоен кубка Вала Баркера как лучший боксер Олимпиады. Манеру ведения боя боксеров игрового стиля можно условно разделить на три типа. Представители первого типа – Борис Кузнецов и Виктор Агеев. Особенность их техники заключается в том, что для реализации тактики обыгрывания применяют большое количество обманных действий. После проведения своей атаки или контратаки, такие боксеры не задерживаются возле противника, а быстро отходят на дальнюю дистанцию. Если боксер не успевает уйти от атаки противника, он сковывает его. Применяя финты и ложные открытия, они постоянно как бы дразнят противника, вызывают его. Выбрав удобный момент после обманных действий, атакуют или контратакуют. Вы видите Бориса Кузнецова на первом чемпионате мира в Гаване в четвертьфинальном бою с боксером из ГДР Фостером. На формирование индивидуальной манеры Бориса Кузнецова определенное влияние оказал трехкратный чемпион Советского Союза Виктор Агеев, наиболее яркий представитель боксеров этого типа. Боксер этого типа смело входит в ударную дистанцию противника. Великолепная реакция этих боксеров позволяет им мгновенно защищаться и проводить ответные или встречные контратаки, вновь переключаться к защитам и тем самым путать противника. Боксеры этого типа выигрывают по очкам или за явным преимуществом. В своих действиях они применяют самые разнообразные удары – короткие, прямые, снизу и боковые.
Тактика обыгрывания часто сочетается с применением хорошо поставленных акцентированных ударов, что делает представителей второго типа особенно опасными для соперников. К таким боксерам относится выдающийся кубинский спортсмен, двукратный чемпион Олимпийских игр и двукратный чемпион мира Теофило Стивенсон. Сюда же можно отнести и советских боксеров, чемпиона Олимпийских игр в Мельбурне Геннадия Шаткова и чемпиона Мюнхенской Олимпиады Вячеслава Лемешева. Это очень осторожные боксеры. Они подолгу выжидают удобный момент для нанесения нокаутирующего удара. В бою такие боксеры не суетливы и, в отличие от боксеров первого типа, менее активны. Вызовы противника на активные действия осуществляют легкими ударами левой. Вы видите финальный бой Теофила Стивенсона на чемпионате мира в Гаване. Его противник очень осторожный, искусный боксер из Соединенных Штатов Америки Марвин Стинсон. В этом бою Стивенсон победил по очкам. Основное оружие таких боксеров, как Стивенсон и Лемешев, одиночные прямые удары. Как правило, боксеры этого типа одерживают победы нокаутом, используя прямой удар правой в голову. Действуя в бою левой рукой, они выжидают удобную ситуацию, умело защищаясь во всех трех дистанциях. В случае, если удобный момент для нанесения решительного удара так и не представился, они обеспечивают себе победу по очкам, успешно применяя удары левой. Вы видите фрагмент боя Вячеслава Лемешева и американского боксера Майкла Спинкса, который состоялся в январе 1976 года. В этом бою по очкам выиграл Лемешев. Вячеслав Лемешев – самый молодой олимпиец среди советских боксеров. Золотую медаль чемпиона 20-х Олимпийских игр в Мюнхене он завоевал, когда ему было 20 лет. После Олимпийских игр он дважды становится чемпионом Европы. Боксеры третьего типа особенно подвижны на ногах и очень много маневрируют. Отсутствие в их арсенале нокаутирующего удара они компенсируют нанесением большого количества легких ударов, одиночных или серийных. Большинство побед боксеры этого типа одерживают по очкам. Вы видите фрагмент боя Виктора Рыбакова и американского боксера Фуллера в матчевой встрече 1978 года. На чемпионате Европы 1977 года Виктор Рыбаков был признан лучшим боксером турнира. Именно в такой манере проводил свои бои первый чемпион Олимпийских игр среди советских боксеров Владимир Сафронов. Сочетая финты и легкие удары с быстрым маневрированием, они вдруг переходят в неожиданную атаку, захватывая противника врасплох в момент его неготовности. Представителем третьего типа боксеров и гравиков относится и чемпион Европы Александр Ткаченко. Особенность манеры ведения боя этих боксеров – великолепная работа левой рукой. Быстро передвигаясь по рингу, они применяют удары левой и в атаке, и в контратаке, и на отходе. Таким образом, в индивидуальной манере тактика обыгрывания имеет различные выражения. Это зависит от их физических и психологических особенностей и свойств темперамента.
защиты и ответные контратаки являются основным оружием в арсенале боксера-игровика. Все действия боксера-игровика подчинены установке победить ценой наименьших потерь. Как тактический вариант, оборонительные действия, защиты и ответные контратаки применяются не только игровиками, но и боксерами другой индивидуальной манеры, универсалами, нокаутерами и даже темповиками. Используя разнообразные приемы защиты, боксер заставляет противника промахиваться или сковывает его действия. Борис Лагутин. Боксер активно-наступательной манеры ведения боя. Как правило, он сам навязывает противникам свой темп, свою манеру, чем держит инициативу в своих руках. Обычно он заканчивает бои нокаутом или ввиду явного преимущества. Однако при встрече с физически сильными, агрессивными боксерами, он применяет активно-оборонительные действия для того, чтобы утомить противника. В финале Московского чемпионата Европы Борис Лагутин встретился с агрессивным боксером из Шотландии Уайпером. Все предварительные бои Уайпер закончил раньше времени. В бою с ним Борис Лагутин в течение двух раундов применяет активно-оборонительные действия. Защиты отходами назад, в стороны, подставками сочетаются с ответными или встречными контратаками. Утомив Уайпера, Борис Лагутин лишь в третьем раунде перешел к активно наступательным действиям и выиграл бой без явного преимущества. Олег Григорьев, боксер-универсал. При встрече с агрессивными противниками